Я вас горячо приветствую, друзья мои. С вами Садрич, финансовый консультант по инвестициям и также сам являюсь инвестором. В сегодняшнем видеоролике хочу сделать один такой интересный шаг, которому вы станете свидетелями. Но прежде всего я хочу вам показать, смотрите, как стремительно поднимается курс биткоина. Он сейчас колеблется между в пределах 10 тысяч, чуть выше, чуть ниже, вот так вот он играет. Вот. Если вот посмотреть прямо в Coin Market, вот смотрите, биткоин как стремительно поднялся. Здесь он стоит 10 014 долларов 60 цент. За ним идут также другие криптовалюты, альткоины. Вот некоторые поднимаются в разы, в 30%, на 30%, на 12%, 4%, 44%, ну по-разному, 23%. Некоторые не движутся, стоят на месте, некоторые наоборот опустились, но в общем тенденция идет подъема зеленых цифр больше, чем красных. Это говорит о том, что биткоин продолжает свой стремительный рост. Вот если посмотреть на курс биткоина в конце 2016 года, вот на эту же дату, примерно, вот, ноябрь 24, вот, 30, сегодня 28 у нас, ну, 28 число поймать трудно, ну, примерно 734 доллара 91 цент стоил в то время. На сегодняшний день биткоин вырос в течение именно ровно предела год в 13 с лишним раз. В 13 с лишним раз. Ну, конечно, возможно, еще будет небольшое падение, но в основном биткоин идет стремительно вверх. Так что стоит заниматься бизнесом, связанным с криптовалютами. Бизнесом с криптовалютами я тоже занимаюсь уже третий год примерно. И также я занимаюсь трейдингом, покупаю альткоины, ну, в основном на средний срок. Я не занимаюсь дейтрейдингом, а покупаю на средний срок. Вот эти вот альткоины, которые здесь показаны. Из них я выбираю для себя более подходящие и выставляю на биржу. Также я занимаюсь другими видами бизнеса, связанными с криптовалютами. И надо сказать, что я доволен этим. Естественно, сейчас конец года приближается. И в преддверии грядущего нового 2018 года я хочу сделать один такой приятный шаг, чтобы ознаменовать ту прибыль, которую я получил за этот год, 2017 год, с чем-то памятным таким для себя. И кроме того, кроме тех цифр в моем счете, я хочу сделать для себя такое приобретение вещественное, которым я буду пользоваться с большим удовольствием, с радостью, и буду вспоминать, что это шаг я сделал по результатам моего успеха в бизнесе в 2017 году. Так что сегодня я делаю депозит в компанию Tesla для приобретения электромобиля, современного электромобиля. У меня, конечно, есть хороший Ford F-150, это спорткар, большой. Но я хочу теперь приобрести такой более компактный, скоростной электромобиль компании Tesla. Так что, друзья мои, давайте вы становитесь свидетелем этого, а я вам покажу, как это я сделал. Для чего я это записываю, вам показываю? Я хочу вам подать пример. В погоне за
прибылью можно много чего потерять. И чтобы этого не происходило, когда у вас есть прибыль, вы обязательно приобретайте что-то приятное, нужное для себя, чтобы потом у вас всегда была такая радость за ваш бизнес, которым вы занимаетесь, чтобы у вас было больше желания еще наращивать свои прибыли, занимаясь, расширяя свой бизнес. Ну, об этом я буду еще в другой раз говорить. А сейчас смотрите, как я сделал депозит в компанию Tesla для приобретения в 2018 году нового электрокара. Я вот сейчас нахожусь на сайте компании Tesla. Tesla сейчас выпускает автомобили Model S, Model X, Model 3, Roadster и батареи. Вот это продукция компании Tesla. Можно сейчас выбрать любой автомобиль. Вот я сейчас на странице Model S. Можно Model X посмотреть. Вот автомобиль Model X, Model 3. Вот Model 3, Roadster. Красавица Roadster. Ну, здесь и все характеристики даны. Я с вашим участием хочу сегодня, значит, внести депозит. Будем вносить депозит на автомобиль Model 3. Model 3 мы выбрали. Вот вы видите в движении этот автомобиль замечательный. И если сегодня я внесу депозит в $1000, то в течение от 12 до 18 месяцев я могу получить автомобиль с доплатой остальной части. Так что я принял решение внести депозит. И это мы сейчас с вами вместе сделаем. Для этого я должен войти в систему. Сейчас я введу сюда пароль, войду в систему, а потом продолжу. Процесс входа в систему я не буду, конечно, вам показывать. Вы меня правильно поймете, думаю. Вот, друзья мои, мы находимся в кабинете в своем. Этот кабинет зарегистрировал я на сына. Вот. И будем, значит, приобретать автомобиль на его имя. Вот Model S можно выбрать. Можно выбрать Model X или другой модификации. Вот, допустим, Model 3. Я выбираю Model 3. Большой автомобиль у нас есть. Ford F-150. Tesla хотим мы приобрести. Удобную машину такую. Компактную, как говорится. Она компактная, да? Да. Так. Вот она, красавица. А цвет мы не можем выбрать, да, сейчас заранее? По-моему, нет. А там есть options? Так, сейчас посмотрим. Так, резерв. Ваш резерв. Нажимаем. Вот видите? Разработанный для достижения наивысших оценок безопасности в каждой категории Model 3 достигает 220 миль от диапазона, начиная с $35,000 США до стимулов. Значит, начальная стоимость $35,000. Мы вносим, зарезервируем Model 3 сегодня для доставки через 12-18 месяцев. Так, давайте мы зарезервируем. Так. Итак, здесь вот данные уже
заполняли мы, потом вспомнили, что надо записать. Для Model 3 требуется резервирование в размере $1000 США. Значит, карта Visa. Ту часть я буду сейчас заполнять, номер карты заполнять, там номера проставлять, поэтому я это вам, конечно, не буду показывать, не обижайтесь. Но здесь надо будет, значит, прописать свое имя, фамилия. Номер карты проставить здесь нужно. Значит, срок действия карты. Так, код CV здесь проставляется. Страна, в которой, значит, живете вы. Указываем адрес здесь. Я это сейчас все заполню. Потом продолжим. Вот, друзья мои, я заполнил все реквизиты и нажал на кнопку «Зарезервировать». И вот появилась, значит, надпись «Благодарим за бронирование». Ваш номер бронирования. Вот номер бронирования указан мой, который я должен сохранить. Ну, я это лучше сделаю принт-скрин. Мой номер. И сохраним. Models 3. Что дальше? Вам будет предложено настроить модель 3. В порядке вашего бронирования. Сметная стоимость для новых заказов в середине 2018 года или позже. Если вы хотите, вы можете в любой момент применить платеж по бронированию к новой модели S или модели X. Подтверждение бронирования. Номер бронирования. Сумма. Резервация платежа, значит, выставляется счет Садриддин Мухиддинов, адрес мой и по какой платежной системе я оплатил. Вот и все, друзья. С вашим участием я забронировал автомобиль Model 3, электромобиль компании Tesla, и Бог даст, на следующий год, в течение 12 или до 18 месяцев, я получу этот автомобиль. И вот уже тогда с моего автомобиля Tesla Model 3 я сделаю очередное ревью про все преимущества этого автомобиля. А пока я с вами прощаюсь, друзья мои. Желаю вам успехов и процветания. Всего доброго. До свидания. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.